Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на госгранице. Об этом репорт сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Для обострения ситуации на госгранице военные соединения противника открыли огонь из минометов и артиллерийских установок различного калибра в направлении азербайджанских подразделений, расположенных на территории Лачинского района. С целью предотвращения провокации Армении подразделения армии Азербайджана принимают ответные меры. В ответ на провокацию, совершенную армянской стороной, были уничтожены противотанковые установки и минометы противника. Обстановка на границе остается напряженной. В настоящее время продолжаются боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.